Максимальный комфорт для работы и жизни. Первый дом в белорусско-китайском индустриальном парке «Великий камень» появится в следующем году. Он положит начало строительству нового города. Сейчас здесь горы песка, гравия и техника, но совсем скоро появится необычный дом. Разной этажности, максимум 6. Всего 13,5 тысяч квадратных метров и 156 квартир. Дом под стать умной концепцией парка. Аптека, почта, поликлиника, отделение милиции, банки, даже салон красоты. Все инфраструктуру возведут с нуля. Этот дом является символом умного города, который мы планируем создать здесь, в парке. И кроме этого, он необходим для того, чтобы те предприятия, которые здесь уже открываются, вот в воскресенье было открыто третье промышленное предприятие, они были обеспечены специалистами, чтобы это было удобно как работникам парка, так и всем окружающим. Строительство жилого дома открывает страницу комфортного проживания людей. В будущем, конечно, но мы надеемся, что буквально меньше, чем через год, на этом месте будет построен первый жилищный комплекс. Вот на этой площадке, возле деревни Быкачино, где сейчас закладывается первый дом, планируется, что будет проживать порядка 10 тысяч человек. Всего новый город рассчитан на 120 тысяч жителей. Свои ключи первые новоселы получат в следующем году.